правила, як поводить себе у ліфті. Так. Правило номер один. Взрослые должны заходить первые. Вызываем лифт. Папа пошел первым. Теперь Лиза. Как себя надо вести в лифте? Не прыгать и не кричать. Почему? Потому что может подумать, что ты застрял в лифте, а это не так. И на следующий раз подумают, что ты просто так. А прыгать почему нельзя? Потому что лифт может застрять. То есть, когда прыгаешь, лифт может застрять? Да. Молодец, умничка. Должны выходить первые. С чужими людьми, которые не знаете, нельзя заходить.